Лейла Даньяр – выпускница средней школы номер 10. Учебу она закончила с аттестатом особого образца. Девушка рассказывает, что за все 11 лет никогда так сильно не переживала, как сегодня. Хотя ей и не хочется покидать родную школу, Лейла уверена, что свое будущее она свяжет с профессией архитектора. Очень переживаю и боюсь взрослой жизни. Не хочется покидать родные стены школы, родных учителей. Но также понимаю, что это этап, который нужно пройти всем. И да, слез не сдержать. Даже во время прощальной песни было очень тяжело. И осознание того, что детство проходит, очень тяжело дается. Между тем, весь Казахстан, в том числе и Кустанайская область, 2016 года приступили к обновленному содержанию образования. Нововведения коснулись первоклассников. Как сообщили в отделе образования города Кустанай, 10-я школа находится в авангарде по введению новой системы. Средняя школа номер 10 является одной из базовых школ из 30 школ. И здесь, в отличие от всей области и от всего города, не только первый класс по обновленке, но уже и второй класс заканчивает, потому что они идут на один шаг вперед. Обратился к выпускникам с напутственной речью и ректор Кустанайского государственного педагогического института Еркин Абель. Его сын также заканчивает 11 класс в этой школе. Отец говорит, что юноша планирует поступать на инженерную специальность. Получать высшее образование парень будет в Казахстане. К выбору вуза надо относиться очень серьезно, смотреть на рейтинги этих вузов. Причем тут не важно, вуз это зарубежный или казахстанский вуз, или российский вуз. Вот каковы рейтинги этих вузов? Кто выпускники этого вуза? Вот. Ну и самое главное, надо получать вне зависимости, в любом вузе можно получить качественное образование. Это зависит только от самого ученика, от самого человека, от самого студента. Сегодня в Кустанае школы заканчивают 784 выпускника. Есть претенденты и на статус Алтын-Бельги, их 15. И это наши дети будут сдавать уже после того, как в школе сдадут итоговую аттестацию, выпускные экзамены. И с 20 июня по 1 июля у нас уже будет проходить по городу единое национальное тестирование. ЕНТ в областном центре планирует сдавать около 70% выпускников. Итоговая аттестация в школах Кустанайской области пройдет с 29 мая по 9 июня. Алексей Басарнов, Дмитрий Кочетков, РТН.